Первые несмелые шаги по льду и виртуозное катание. Перед Новым годом Ледовый дворец традиционно становится площадкой для всех, кто любит веселиться с семьей и друзьями. Третий год подряд молодежная комиссия при правкоме завода «Авангард» проводит для своих сотрудников праздник «Пролет». Очень много деток. То есть у нас это мероприятие пользуется спросом. Это досуг у нас получается семейный, то есть родители приходят с детьми. В этот раз семейный праздник собрал более 250 человек. Для детей организаторы подготовили специальную программу, шоу мыльных пузырей и визит Деда Мороза и Снегурочки. Главные зимние волшебники пришли со сладкими подарками. От желающих рассказать стихотворение и получить конфету не было отбоя. Пока малыши общались с Дедом Морозом, ребята постарше нарезали круги на льду. Тут интересно, прикольно, хорошее мероприятие. Тут хорошо, и мне тут нравится. Тут можно учиться кататься. Мне очень нравится кататься на коньках, тут очень прикольно. Мне тоже. Здесь весело, все здорово, очень интересно. Пролет – это праздник для всех. Взрослые, забыв о бытовых проблемах, веселились как дети, заряжались оптимизмом и новогодним настроением. Очень нам все нравится. Хорошо, что организаторы это организовали, потому что мы пришли с детьми. И дети очень счастливы, и мы, конечно, по-детски тоже. Здорово, весело, замечательно. Хорошее мероприятие, дети веселятся. Отличное мероприятие, вообще класс. Всем рекомендуем здоровый образ жизни с детками. Ну и вообще перед Новым годом хорошее настроение всем. Праздник «Пролет» позволил всем участникам вернуться к любимому зимнему виду спорта и дал прекрасную возможность провести время всей семьей. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».